мы сейчас приходим к тому, что вот этот эгоцентризм, который растет в обществе, все заняты собой. Вот это одиночество, вот это мне никто не нужен, я от всех устаю, вот я буду один и так далее. Это кругом, сплошь и рядом. Такая нарастающая асоциализация. Они же перестают думать, что другие существуют. А потом им надо будет что-то им сказать. Они им скажут, не сообразуясь с тем, что там это должны как-то воспринять. Ну, то есть, во-первых, они не предполагают, что их кто-то слушает. Во-вторых, в том, что они говорят, нет структуры. То есть это просто набор впечатлений, который у них возник по ходу пьесы. Они как-то впечатлились, все происходило. И вот они выплеснули, им сюда как бы что-то всплеснуло, они все выплеснули. И поняли там, не поняли, вообще непонятно. Но они коммуницируют друг с другом, все, пообщались, хорошо. Какой-то кошмар, вот честное слово. И вообще не стоит задачи другому что-то донести. Нету другого совершенно. Нарастающее это ощущение какого-то полного идиотии. Ну, я все это рассказывал, конечно, что так будет. Но как-то я не думаю, у меня было все-таки желание как-то по чуть-чуть еще есть какой-то лак временной. Нет, все, конец.